на 777 пригоди всім. Вся правда про збиття військового транспортника Іл-76 в небі Білгарщини. Нова стратегія росіян по використанню БПЛА на прикладі нічних атак Одеси. Наша нова стратегія по знищенню безпілотниками складів пального на території РФ. Про снарядний голод на фронті і про новий масштабний наступ росіян, що вони 40 тисяч війська підготували на Авдіївку. Про все це зараз на стрімі в Ютубі 24-го каналу поговоримо із військовим експертом, льотчиком-інструктором Роман Світан. На зв'язку, пане Романе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Романе, збиття російського Іл-76 над Білградською областю, навколо цієї теми зараз дуже багато інсинуацій нагородили, але ж головно завдяки те все російській пропаганді. Утім, це військовий літак, це легітимна ціль, навіть якщо там були на тому облавку цього літака українці полонені, але ж все одно провина виключно на росіянах, тут в мене сумнівів немає жодних. Але тема болюча, знаєте, більше доби вже минуло, а відповідей більше не стало. Тому я хотів би, радий можливості з вами зануритися зараз в цю тему. Якщо можна, я зараз там в режимі бліц-опитування поставлю вам ті запитання, які вирують зараз щодо цієї теми, а потім вже по кожному питанню ми пройдемося докладно. Отже, коротенький бліц. На вашу думку, російський військовий Іл-76 збитий нами чи ні? Так чи ні? Могли. Тобто є така вероятність. Чи могла це бути теоретична російська протиповітряна оборона і дружній вогонь з їхнього боку через неспрацювання системи «Свій-чужий»? Могла і могла бути спеціальний удар іменно з так, так, як був уничтожен той же самоліт Пригожина. Якщо це ми, то чим саме міг би бути удар? С-300 чи Patriot PAC-2 чи Аріс-Ті? Ну, не Аріс-Ті, це точно. Це мог бути Patriot, це мог бути СМТ, це могла бути С-200, це могла бути наша ДРГ зі стінгерами. І, в принципі, могла бути і С-300. Если у нас появились ракеты с дальностью до 200 километров. Есть такие ракеты под С-300, но основная дальность у нас 75 километров ракет, потому под вопросом С-300. Якщо це наша ДРГ, зворотню, дзеркальну, чи могло це бути з п'яних очей російський ПЗРК, який без узгодження лупанув по своєму борту? Со стороны России могло быть что угодно. То есть российское ПВО – это непредсказуемая система, которая могут отработать куда угодно, что угодно, особенно с перепуга, когда идет боевая работа на Харьков и из Харькова. Мы же тоже по нему бьем. Якщо це вистава, якщо це спектакль росіян, чи міг їхній екіпаж катапультуватися з Іл-76, чи технічно це можливо? Катапультироваться ні, там ні катапультних крісел, а покинути борт могли. Якщо там були С-300 на облавку для перевезення, вони могли не здетонувати? Могли, така вероятність є, могли не здетонувати. Якщо там 70 людей були на облавку, чи могло так бути, що рештки тіл не видно на фото і відео? Ні, цього не могло бути. Однозначно, не повинні бути в місті з остатками самоліта в той же локації, где-то в радіусі полутора кілометрів. Але на фото, відео ми того не бачимо. Якщо там були 60 полонених, чи могло там бути лише з ними 3 охоронці? І скільки мало би бути? Чи не 23 там охоронці мало б бути? Где-то як мінімум треть, якщо вони в состоянии рухатися. И могло быть где-то десяток, если они в состоянии не двигаться. Такое тоже. Пане Романе, тепер давайте по цьому всьому докладно. Почнемо з того, чим, якщо це ми, чим могли вдарити, з якою саме аргументацією. Росіяни пишуть про Аріс-Ті чомусь. Якщо це Patriot в ПАК-2, тобто зенітно-ракетний комплекс, то не проти балістики, на відміну від ПАК-3, то чи це означає, що союзники нам дали дозвіл бити по території Російської Федерації? І ви кажете, що це міг бути також С-200. От якщо можна більш докладно тепер по цьому озброєнню? Ну, только не Аріс-Ті, это точно. То есть дальность до 40 километров в Аріс-Ті не может это сделать. И вообще сама ракета Аріс-Ті, она все-таки малой дальности. А там дальность, километров 80, это минимум. То есть до падения самолета, до Яблонового, этого, до самого
этого села. Потому не аэрийские точно, но вот, допустим, С-300 могла, я уже сказал, на излете 77-75 километров С-300 основных тех ракет, которые у нас есть, это 81-82 год выпуска зенитно-ракетные комплексы, которые у нас есть. Есть ракеты 200-километровые до 200 километров, но это уже новые комплексы С-300, которых у нас не было. Единственное, что мы могли бы где-то их получить у со стран бывшего Варшавского договора, ну тоже такой большой вопрос, но теоретически это возможно. Потому я С-300 полностью не исключаю. Возможность такая есть. Патриот однозначно, то есть дальность Патриот 150 километров, она выполнит боевую задачу. Причем самое интересное, и не только комплекс Патриот, а даже так называемый гибридный ЗРК, который сейчас может выполнять такие действия. То есть это просто пусковая установка, 4 ракеты, рядом локатор системы управления, которая дает целеуказание на ракету «Патриот». Это возможно. Так и работали в свое время мы над Клинцами. Это тоже российская территория. И раз работали, значит, никаких проблем у нас не было. 5 бортов мы в прошлом году над Клинцами сшибли. Патриотом, ну, также в таком же режиме отработали, в том числе и по самолету над Енакиево в прошлом году, и по Су-34, и по трем Су-34, вот недавно в районе Крынок, то есть, в принципе, Патриот себя неплохо показал, и мы же положили такой же, можно сказать, Ил-76, АК-50, это Ил-76 с поставленным на фюзеляж локатором, то есть это та же машина. То есть не проблема. Но С-200 отработает, это как раз система старая, советская система, которая снята у нас с вооружения уже где-то лет 10 как минимум. Но она у нас осталась и еще, в принципе, может выполнять боевую задачу. Дело в том, что она была и создана для того, чтобы уничтожать вот такие Ил-76. Ну, примерно такие там по Геркулесам, по Гэлакси она должна была отрабатывать по американским создавалась эта С-200. Дальность, высота около 40 километров она могла снимать ракеты и самолеты. Ну, самолет туда не доберется, конечно, но ракеты. И по дальности в 250 километров. То есть С-200 это вообще... Ил-76 это очень хорошая цель для С-200. Ну и ДРГ, само собой, диверсионно-разведывательная группа. Наши ДРГ доходят до 600 километров, мы это уже знаем. От ГУРа вот работали по сальцам, по самолетам на земле. Погиб полковник, царство ему небесное, герой Украины, при отходе. То есть зайти там на 80 километров противника и выполнить боевую задачу, допустим, стингерами или иглами отминусовать, допустим, Ил-76, в принципе, ДРГ тоже могла. У разі, якщо це росіяни вдарили, влупили самі по собі, от ця система «Свій чужий», яка мала би цьому завадити? Пішли чутки, що росіяни змушені вимикати цю систему, тому що вона застаріла, вона не функціональна, і, мовляв, вони від неї відмовилися, вона вимкнена. Наскільки це, на вашу думку, ймовірно? Нет, вряд ли. Вряд ли они систему свой-чужой отключают. Они меняют пароли, так их можно менять в течение дня хоть 100 раз. То есть, если есть определенный график смены паролей на системе, она работает, в принципе, без проблем. Даже если она попадает кому-то в руки, надо еще знать, какой пароль именно в это время работает, на каких частотах, в каком диапазоне и какая сигнатура сигнала. То есть, это довольно-таки сложно иметь сразу всю информацию, даже имея систему свой-чужой. Потому вряд ли они ее отключали. Дело не в свой-чужой. Дело в том, что, опять же, эта система наш работает по запросу, она не работает постоянно. Вот локатор, ну, оператор локатора, он, если ему надо, увидел он цель новую, он запрашивает. То есть нажимая, ну, идет сигнал на запрос с системы локатора на систему самолета. Самолетная система отвечает, что я свой. Естественно, появляется, допустим, вторая метка или пропадает вторая метка в зависимости от того, как работает сама система. И тогда оператор локатора понимает, что это либо свой, либо чужой. Либо самолет, который не ответил, не может не чужой, а самолет, который по разным причинам не ответил на запрос. Тогда принимается решение на поднятие самолетов, истребителей, на контроль борта. То есть выход истребителей к этому борту, уже чуть ли не визуальный осмотр, ну и так далее и тому подобное.
и дальше сопровождение борта на посадку под, уже в сопровождении истребителей. Это целый процесс, который выполняется. Но в боевой обстановке это никто никогда не делает. Почему? Потому что ну, там доли секунды, секунды надо на принятие решения. Ну, несколько десятков секунд летит С-300 по Харькову. Естественно, обратка идет. Вот сидят локаторщики, ну, сидят ракетчики, зенитчики на С-300, допустим, работают в данный момент по Харькову, а им в обратную сторону летят наши «Альха» или, допустим, средства поражения. Там секунды надо отреагировать, тут появляется какая-то метка, которая идет, тем более или на взлет, или на посадку, или откуда-то появилась. Они сначала собьют, а потом спросят, кто там. Ну, то есть такой вариант, особенно в бою, это, ну, это реальные вещи. Мы, кстати, борт потеряли, помните, в Иране, наш борт МАУ, который сбили иранские ПВО. То есть это также тогда шла атака американская, и вот таком в режиме таком атакующем, обороняющемся режиме перепутать можно что угодно, потому не исключаю такую возможность. То есть она до сих пор не исключается. Тобто насытити Белгородскую область протиповітряною обороною – це не варіант, росіяни не зможуть так захиститися, бо від того лише більшої суматохи і сумятіці в них буде в ефірі. Это еще хуже будет, да, то есть когда несколько систем в общую тему включены, рядом, тут же вопрос какой, это можно все делать, допустим, в глубине, то есть в глубине фронта, это можно делать там в Киеве, там, в Днепре, в Одессе, то есть подальше от фронта, подальше от границы, когда есть определенный лаг по времени, по пространству, по расстоянию до общей системы такой многоэшелонированной системы обороны. А на линии фронта там чем меньше систем, тем лучше. Чем меньше друг другу мешают, тем лучше. Потому там, где идет интенсивная работа, и когда нет времени на обдумывание, когда доли секунды иногда решают жить или умереть. Пане Романе, чи може це бути умовний російський піхотинець, який з п'яних очей, знаєте, прокинувся, чи обколовся, чи обкурився, чи що, побачив в небі той літак, умовно кажучи, да, фантазує абсолютно, виведений він з фронту, але в нього дурка, і він лупанув тим ПЗРК, що був під рукою по своєму ж борту. Такий варіант можливий? Я вам скажу, что возможен даже вариант не обколовшегося и полностью будучи в полном здравии человека, вернее, не человека, россиянина, который сидел на этом ЗРК, и выполнить задачу как раз в режиме такого автоматизма. То есть это не обязательно человек там уколотый, упоротый или еще как-то. Это тоже возможно, само собой. Но здесь вот именно в бою, особенно когда авиационные темы, там я на полном серьезе, в доли секунды принимается решение. Вы, если вы не успеваете, опять, это нельзя думать. Весь смысл работы авиационной техники, компоненты, человеческие компоненты, это отработанное до автоматизма действия, когда не думаешь. Если включаешь режим думания, тогда ты просто не успеваешь, тебя убьют. Ну, скорости большие. А потому здесь как раз на полном автомате человек мог, вернее, россиянин еще раз оговорить. Россиянин мог отработать этот борт, так сказать, в режимі автоматизма довольно-таки легко. Один з аргументів росіян, що там люди були на облавку, вони казали, що а якби цей борт був завантажений С-300-ми ракетами, як ми кажемо, що вони перевозили для обстрілів Харкова, то, мовляв, була би тоді повторна детонація, тоді б в небі той літак би розірвало тими С-300, які здетонують на облавку. От щодо цього аргумента, ви сказали, що можливо таке бути, що навіть у разі влучання в літак ті С-300, які на облавку він перевозив, то вони б не здетонували. Они бы точно не сдетонировали, если бы шла ракета С-300. Дело в том, что ракета взрывается до самолета, она же его не бьет. А ракета работает, то есть боевая часть — это десятки тысяч поражающих элементов, таких ромбиков, которые при взрыве создают облако, и оно просто сечет самолет, сечет. Отсекает систему управления, пробивает, убивает экипаж, смотря как взорвется. Ну, как минимум пробивает топливную систему, воздушную, ну, то есть полностью выводит из строя самолет вплоть до его разрушения. Она может посечь и ракету, но она ж не сдетонирует. Нечего сдетонировать. От маленького такого поражающего элемента детонации не будет, потому в воздухе они бы и не сдетонировали. Это если бы контактный удар был, допустим, и взрыв внутри,
при контакте, тогда может произойти детонация, и то не факт. А вот при работе зенитной ракеты такого уровня, это как раз точно детонации не будет. Здесь, возможно, была бы детонация при ударе о землю. То есть здесь вот такой вариант возможен. Опять же, за счет взрыва топлива и за счет определенных, может быть, каких-то взрывчатых веществ. Потому что момент детонации — это довольно-таки такой спорные вещи. Иногда даже детонатор не подрывает, детонируя, ну, вернее, взрываясь, но детонатор не подрывает основной заряд как раз из-за разных физических процессов. Те, що ми бачили на відео, те, як літак той падав і палав. Це палав двигун, це палало паливо в крилі, чи правильно я розумію? Ну, скоріше всього, да. Тобто це либо масло, либо топливо, яке загорілося і почало, по крайній мірі, внутрі, внутрішнє загорання, ну, пішло задимлення. Тобто дыма этот увидел, увидели и горение. А реально удар, конечно, о землю — это взрыв топлива. Ну, основной взрыв — это как раз взрыв топлива. Чи могла бути технічна несправність не через атаку зенітною ракетою? І чи правильно я розумію, що якщо ми не побачимо і нам не покажуть уламки того літака, то ми не можемо сказати, чи то зенітно-ракетним комплексом було влучання, чи то через технічну проблему аварія? Ну, техническая точно могла бы. Дело в том, что Ил-76 уже давно ходят с прошлого тысячелетия, потому особенно авиационная компонента у россиян сейчас начала хромать. Техническая неисправность на борту однозначно могла быть, но тогда был бы определенный поток информации от командира корабля, ну, то есть в эфир, это бы все было проведено. Россияне, по крайней мере, дали в эфир о том, что командир корабля доложил о внешнем воздействии на самолет, ну, то есть о взрыве ракет. Щодо того, у разі, якщо це все-таки вистава з боку росіян, давайте цю тему обговоримо, чи могли вони те все організувати, ну, з тим, щоб екіпаж врятувався? Я використав термін «катапультуватися», ви виправили мене, що це, в принципі, неправильно таке казати, але чи міг екіпаж залишити цей літак з парашутами перед тим, як спрямувати його в землю навмисно? Легко, это технически возможно, то есть самолет такого уровня, он долго планирует, даже в неисправном состоянии, довольно-таки большие плоскости, которые держат его, потому у экипажа была такая возможность покинуть самолет с парашютами. Это отрабатывается, опять же, до автоматизма, там есть определенная последовательность покидания самолета экипажем, каждый эту последовательность знает друг за другом, ну там целый процесс, и в принципе гуськом они могли бы покинуть самолет. Але ми не бачили того на відео, да, парашутів, або ж їх могло віднести, вони могли катапультуватися, розкривши, чи теоретично вони могли спланувати так, щоб не потрапити на відео? Нет, это сложно. Это сложно, хотя реально возможно, если они это сделали намного раньше, самолет шел, допустим, либо на автопилоте до подрыва внутреннего, это тоже возможно. То есть технически, если бы поставили задачу подорвать пустой самолет в воздухе, неважно, без экипажа, технически это возможно. Оставляете временной взрыватель, допустим, на какого-то из рулей управления или системы управления, покидаете борт в режиме автопилота, потом через несколько минут он взрывается и самолет падает. То есть технически это возможно, в принципе, без проблем. А щодо тих от припущень, що все-таки тіл немає, на землі ми їх не побачили, згадуємо катастрофу рейсу MH17, збитого росіянами над Донеччиною, і пам'ятаємо, як воно, наскільки це страшні були кадри, звідти пам'ятаємо поле всіяне просто тілами. Окей, MH17, там було 200 людей, тут 7 десятків, але також немало. Тобто, як так сталося, що на тих кадрах, що ми бачимо, тіл немає? Ну, здесь как раз может быть и постанова в том числе. Постановка в каком смысле? То есть вычленили только те кадры и показали, где тел нет. Это же технически тоже возможно. То есть сняли общую панораму, но дали в эфир только то, там, где тел нет. То есть технически это возможно. Как это было на самом деле, это уже экспертиза должна дать ответ. Я так понимаю, что наша спецслужба сейчас, СБУ, по-моему, завела уголовное дело по факту, по крайней мере, информации, которая есть в эфире,
А дальше уже в рамках ведения уголовного дела пройдут определенные фактаж как таковой. Но если с технической точки зрения, то есть показать те места, где ничего нет, это ж возможно. А реально, конечно, в радиусе 1,5 километра там поле должно быть было засыпано остатками тел или телами, или остатками тел десанта. Ну, десанта имеется в виду в десантной кабине, то есть в транспортном аксессе. Але росіяни того не показують. Мені так здається, що якби дійсно це все відповідало, да, їхнім словам, якщо там би було б 70 людей на облавку, вони б це показували, вони б цим тикали, і вони б з того тішилися, ну, щоб підкріпити свої обвинувачення. Але жодного того кадру такого подібного немає. Я даже больше скажу. Дело в том, что когда происходит определенный обмен пленными, когда есть уже ответственность за жизнь каждого в человека, который идет на обмен, идет определенная фильмография, так называемая, снимается практически все. Как двигаются, сколько вышли, сколько покинули СИЗО, сколько зашло там на борт, сколько сошло с борта, посадка, высадка. То есть этот весь процесс фильмуется, это 100%. Как раз с теми людьми, которые отвечают, потому что уже идет ответственность все-таки такая международного уровня, это уже воинские преступления, если какая-то беда случается, и здесь уже надо обязательно эту фильмографию иметь. И если бы наши военнопленные, военнослужащие наши садились бы на этот борт, их однозначно бы видеоряд был бы у россиян. То есть, ну, естественно, они бы его уже показали. Ну, они бы его уже выложили. Ну, опять, это ж логика. Это логика, которая должна быть, в принципе, у людей, у которых логику имеют. А россияне — это ж не люди, у которых с логикой проблема. Потому может быть что угодно. У них выстраивание причинно-следственных связей не всегда правильно, не всегда грамотно. И что у них там в голове — это большой вопрос. Но, по крайней мере, действительно, если бы были там в достаточном количестве тела, и так как россияне подают эту информацию, но они бы, в принципе, ее сразу показали. Опять же, там были некоторые кадры, которые были показаны как раз не официальными лицами, ну, то есть людьми, которые оказались на месте происшествия, выложили эти кадры, и там не было тел. А потому здесь большой вопрос, причем мало кто обращает на это внимание, а дело в том, что манипулирование жизнями или вот такими фактами в доступе и особенно официальными лицами, это уже и есть военное преступление. Даже это если все полная деза, вот то, что мы слышали от россиян, это просто деза о том, что там погибли там столько-то наших военнопленных, это уже и есть военное преступление. И все от Симонян до Лаврова, они будут отвечать в МУСе, в ГАГе как раз за такую подачу информации. После того, как военнослужащий признан военнопленным, он подпадает уже под гарантии определенных международных институций. И контроль жизни, контроль состояния и информации, которая идет, еще раз повторюсь, это очень важно, информация о военнопленном, которая подается в противоборство стороной, она уже является уголовной, уголовно наказуемой в таких международных организациях. Потому как минимум уже россияне себе наговорили на статьи в МУСе. Просто наговорили. Я не говорю о каком-то фактаже, о самих действиях. А если они еще и действия совершили, то есть реально загрузили наших ребят в самолет и отправили его на линию боевого соприкосновения или в район боевых действий, так это уже верх, так сказать, верх преступления, военного преступления без срока давности. В будь-якому разі росіяни мали нести відповідальність за наших полонених, які вони везли на обмін, в тому плані, що вони мали би нас повідомити про те, що цим бортом цих полонених везуть, і щоб ми зі свого боку так про це знали, і щоб не було от подібних інцидентів. Маршрут движения проговаривается от места заключения до места обмена. И причем не просто проговаривается, а согласовывается. Это ж целый процесс, и именно согласование, в том числе и маршрута, и механизмов, это все делается, тем более бортами россияне перебрасывали, и военными в том числе, что, кстати, не должно делаться. То есть не выполняют такого рода действия уже после того, как военнопленные военнопленными
обозначены. Это уже опасность, эту опасность всегда исключают. Но, тем не менее, россияне это делали и ставили нас в известность, ну, по крайней мере, исходя из того, той информации, которую дала нам ГУР. То есть Главное управление разведки было поставлено в известность о маршрутах и механизмах переброски наших военнопленных к местам обмена. Причем это были и самолеты, и техника автомобильная или там автобусами, и железнодорожным транспортом. Весь маршрут от места заключения всегда проговаривается и согласовывается. В этот раз не согласовали. Пане Романе, я нагадаю глядачам, що ви вправі це обговорювати не тільки тому, що ви військовий експерт, але і тому, що ви самі пройшли російський полон, ви знаєте, як це все було. Роман Світан був в полоні в росіян в цій донецькій ізоляції. Так, в 2014 году, потому, ну, я, во-первых, сам занимался обменом военнопленными, до плена организовывал обмен, вывоз. Вот первый у нас был Коля Якубович, Николай Якубович, это один из сотников, сотен майдановских, мы его обменивали. Потом сам в плен попал, обменяли меня, и потом после плена также занимался обменом пленными, пока в тему обмена не заползли политики, взяли ее под себя. Медведчук тогда полностью подгреб под себя обмен пленными, после этого нас остановил. Пане Романе, і от тоді ще не можу не спитати оцю інформацію про те, що, мовляв, 6 десятків українських полонених, майже 7 десятків, да, і лише троє охоронців. Ну, якось воно не б'ється, тому що, ну, замала кількість, не може лише троє охоронців гледіти за 6 десятками українців, мені здається. Або це можливо? От якщо можна ще, скажіть свою думку з цього приводу. Если они были, так сказать, стреножены, да, то есть полностью обездвижены, тогда три охранника, в принципе, могут контролировать этот процесс, особенно переброски. А если они были в свободном, так сказать, в движении, свободные в движении, то там должно быть как минимум 30% от общего количества. То есть если было 60, то где-то около 20 должно было быть охранников. Причем самолет, ну, позволяет загрузить туда там 20-30 охранников. Там 150, ну, комфортно там 100 человек может расположиться. 150 такой стандартный набор. До 200 человек иногда набивали в свое время в Афгане Ил-76 для переброски. До 200 две роты заходило в Ил-76. Пане Романе, і наостанок, щоб от цю тему вже підсумувати і закрити, знаєте, тим не менш, ну, немає якихось офіційних категоричних заяв з боку України. Маємо заяву від Генштаба, я її дуже уважно перечитав, менше з тим, там немає конкретики. Немає особливої конкретики в заявах ГУР, немає якоїсь конкретики від Зеленського. СБУ розпочало кримінальне провадження, окей, розслідуємо, але, знаєте, таких от однозначних відповідей чомусь немає. Чомусь офіційний Київ з тим дуже обережний. Чи можете ви припустити, чому так, чому немає з нашого боку категоричних заяв, обвинувачень в бік росіян? Діло в тому, що росіяни під наше заявлення можуть провести, ну, нехороші дії з нашими військовослужбами. Я зараз спеціально не усугубляю якісь моменти, ну, от когда, как только появится наше заявление какое-то, для того, чтобы поставить его под вопрос, ну, то есть наше заявление, россияне могут провести некоторые нехорошие вещи, еще раз повторюсь, да, с нашими военнопленными, потому чем дольше мы будем хранить молчание, тем больше вероятность того, что россияне не пойдут на такую не провокацию, а уже на подтасовку фактов. И не хотелось бы, допустим, из-за наших заявлений военно-политического руководства, таких жестких, вызвать реакцию россиян на проведение неправильных, ненормальных действий с нашими военнослужащими. Потому что вы вважаете, чем дольше мы правильно, так? Да, чем дольше мы будем молчать, тем лучше. То есть сейчас выговориться должны россияне, а только потом уже мы свое слово должны сказать. Пане Романе, за це дякую. Якщо можна, до інших тем, до ракетних і шахедних атак з боку Російської Федерації. От щодо тієї атаки, яка була на Одесу цієї ночі, пані Гуменюк, яка речниця
Сил оборони Півдня, то вона каже, що росіяни змінили тактику, що вони намацали нову тактику атак. Дві групи заходили низько з моря, прямували через житлові квартали. І от на вашу думку, в чому ця нова тактика полягає, наскільки вона ефективна? І чи правда, що ми аж ніяк ті шахеди, які низько над морем летять, побачити не можемо? Відповідно, і протидіяти такій тактиці ми не можемо. Ну, вони не то, що нащупали, ісходя із тактика технических данных и шахедов из интерракетных комплексов и механизмов работы наших мобильных групп, они просчитали единственно правильную с точки зрения логики военной тактику, то есть заходить на цель с той стороны и с теми методами, которые дают возможность пройти больше к цели незамеченно. То есть вот со стороны моря почему заходят на предельно малой высоте? Предельно малая высота над водой не дает возможности зенитно-ракетным комплексам, то есть локаторам, их увидеть. Помехи от воды, они довольно-таки устойчивые, и идя под лучом локатора, они могут ближе подойти к линии, допустим, уничтожения или линии обороны. А вот почему с моря заходят, ну, то, что над водой, это одно, а другое, у нас на море ж нет определенных средств обнаружения нелокационного плана. То есть нет датчиков сигнальных, визуальных, температурных, как мы их определяем еще. Этот же шахет, он же излучает в звуковом диапазоне, его видно, его слышно, его в тепловом диапазоне скорость маленькая, потому всякие датчики, которые расположены на нашей территории, они дают возможность определить, откуда и куда движутся шахеды. Но этих датчиков нет над морем. И потому россияне прекрасно это понимая, это открытая информация, то есть мы ничего закрытого не сказали, они, естественно, прекрасно это понимая, максимально идут именно над морем и заходят со стороны моря, уже непосредственно пытаются выйти на цель. Нам противодействовать это можно, ну, двумя путями. Первое — расположить вдоль линии моря автоматические системы слежения и уничтожения. Это, ну, допустим, Skynex или в систему включены те же гепарды, которые могут работать, а Skynex отлично работают в автоматическом режиме. Ну, естественно, достаточное количество наших мобильных групп, но это их придется располагать, вот если радиус работы группы 1,5-2 километра, то есть через каждые 3-4 километра должна стоять мобильная группа вдоль моря. Ну, это так сложновато, возможно, но сложновато. Либо, допустим, на маяках, на буях, на каких-то средствах уже плавательных располагать датчики разного уровня сигнала, то есть тепловые, звуковые, визуальные уже в море. Но это воздушные силы, то есть ПВОшники наши должны в непосредственном контакте с моряками эти вопросы решать. Это в принципе возможно. Я думаю, вопросы эти будут решены, раз тактика вот такая поменялась россиян. Мы сейчас отыграем по их тактике свое противодействие этим российским шахедам. А от те, що ми очікуємо від канадійців, від британців, додаткові морські судна, от наскільки ми ті судна можемо використовувати для патрулювання, чи можемо ми суднами закрити це питання шахеди, які атакують морем Одесу? Або ж там також треба, щоб по одному судну через кожні 1,5 кілометри стояло? Все буде залежати від того, що на це судно можна поставити. Можна поставити, по большому счету, либо мобильную группу развернуть, либо что-то автоматическое уровня Skynex. Это тоже возможно. То есть на корабль Skynex же можно поставить. И, в принципе, если эти корабли вот в таком исполнении сделать, создать, то они могут использоваться для выполнения таких боевых задач, уже прикрытие с моря в том числе, либо пулеметами, либо автоматическими пушками. Пане Романе, а щодо нашої нової тактики, от останні два тижні використовуємо безпілотники задля того, щоб атакувати російські НПЗ, нафтопереробні заводи. Я пам'ятаю, як ви говорили, що у вас немає відповіді, чому Мозирський НПЗ в Білорусі і дотепер не знищений, але тепер от схоже, що ми взяли цю тактику, що не менше 3 успішні атаки були і аж до Лінінграда, Лінінградської області долітали. Сьогодні от Туапсе тішимося.
Чи може це перерости в щось більше? Чи правильно я розумію, що тактика правильна в тому плані, що безпілотником там з бойовою частиною вагою 5 кілограмів ми можемо завдати максимальної шкоди росіянам? Чи може це перерости зрештою в щось масштабне, що ми одночасно кілька сот цілий будемо атакувати? Чи може це зрештою все перерости до того, що російська армія лишиться без пального і їхні танки, їхні літаки лишаться сухими паливними баками? Або ж це фантастика і в них все одно запаси є і якось інакше вони будуть свою техніку забезпечувати? Ну, Мозельський пусть поки стоїть, поки Лукашенко дурні мислі в голові не появились. А от як тільки появиться, то, естественно, 50 кілометрів до Мозеля його сразу не стане. Это очень близко. И там не беспилотники, там РСЗО отработает и минусует Мозельский НПЗ. Но я не думаю, что Лукашенко пойдет на какие-то дурные действия. Мысли у него, конечно, могут быть какие угодно, действия вряд ли он совершит. А вот уничтожение российских и НПЗ, особенно терминалов. Вот почему правильный, грамотный выбор был удара, допустим, по тому же питерскому терминалу Услужскому. Это Новотековский терминал. Там, во-первых, идет перекачка углеводородов, в том числе сжиженного газа. Примерно 40% углеводородов идет через Услуг. Как раз те, которые идут на запад. И вывод из строя, понятно, уничтожить его там беспилотниками не получится, но вывести из строя на определенное время точно возможно, особенно газовые терминалы, сжиженный газ, он пока не прогорит, он же его тушить невозможно. То есть его никто и не тушит. Ждут, пока прогорит, а потом пытаются восстановить определенные повреждения. Правильная, грамотная выборная тактика – это служба безопасности, это работа Малюка по этому заводу. И дальнейшее движение тоже в сторону Туапсе, это тоже СБУ отработало. Но только вопрос какой, мы с вами еще говорили, основной оставшиеся 60% углеводородов идет не через Туапсинский, а через Новороссийский завод. Вернее, завод, не завод, а Новороссийский терминал. Вот его надо уничтожать. А получается, беспилотники пролетели мимо Новороссийского завода, и, вернее, терминала, и дошли до Туапсинского НПЗ. Туапсинский НПЗ – это старый нефтеперерабатывающий завод. Да, вот через него, у него там есть свой причал, свой терминал. Они там могут, в принципе, отгружать кое-что, но это не, даже не десятки процентов. То есть это, в принципе, небольшие партии, а вот реально, что надо уничтожить, это в ближайшее время, если получится, это как раз Новороссийский терминал. Вот он отминусует основную часть углеводородов, которые уходят на экспорт, и россияне получают ну, серьезную прибыль для казны российской, за которую потом покупают у Северной Кореи, у Ирана, у Китая, или ставят в строй за финансы определенные, ставят в строй личный состав. То есть вот этот военный объект, это реальная, легальная военная цель, он уничтожение его даст вот такое, вернее, ударит по российской экономике. Плюс уничтожение терминалов приведет к переизбытку, с одной стороны, к переизбытку нефти на территории России сначала. Им надо будет ее куда-то девать, они ее загонят на НПЗ. После того, как она зайдет в максимальных количествах на нефтеперерабатывающие заводы, а у них тяжелая нефть, они дадут, то есть при крекинге нефти, будет выход большой мазута. Мазут некуда девать россиян. Там очень большой выход мазута из этой тяжелой нефти. Сейчас все мазутохранилища в России закрыты. Ну, то есть заполнены полностью. Им некуда девать мазут, значит, они... А вот самый интересный обратный эффект. Они начнут снижать производство топлива, потому что просто некуда будет девать мазут. Топливо начнет снижаться производство дизеля, производство авиационного керосина, а это ударит, естественно, по возможностям российской армии. То есть вот такой асимметричный удар, к чему приведет уничтожение российских терминалов. Это если как терминалы, не говоря уже об уничтожении российских нефтеперерабатывающих заводов уже внутри самой России.
А щодо збитого А-50, ми знаємо, що буквально через кілька днів вони новий А-50 туди над Азов, на Азов підігнали. Щоправда, він тепер там над Краснодарським краєм лише літає. Але чи правильно я розумію, що навіть от кілька днів його не було, і від того, що не було розвідки нашого повітряного простору, то на кілька днів були відкладені і масштабні ракетні атаки. Ми очікували приблизно на 19-20 січня, але лише 23 січня вони спромоглися той удар завдати. Утім, тепер от коли цей А-50 там знову з'явився, чи правильно я розумію, що вони повернулися до свого того темпу завдання ударів кожні там 4-5-6 днів між масштабними ракетними атаками? Чи правильно я розумію, що там тепер на 29-30-31 таких ударів варто очікувати? Однозначно, без дорозвідки маршрутизація не виконується без каких-то критичних задач. Потому что после того, как мы уничтожили А-50, и Россия нам пришлось поднимать или растягивать фронт, то есть они перебросили еще один. Он пока вошел в курс дела, пока уточнил маршруты, только после этого пошли ракеты. Это не масштабные, это средние атаки, то есть 4-5 десятков ракет — это средняя атака. Масштабная атака — это вот когда была дуплетная на Новый год. Это наготовится где-то месяц-полтора, я думаю, туда ближе к 23 февраля они такую же самую могут организовать. Они же скрепные у нас, братья, в кавычках. То есть, а вот такие средние атаки они могут организовывать каждую неделю. Ну, вот 5-7 дней, ну, реально каждую неделю, как это было и в прошлом году. И вот сейчас уже они стали на этот поток. То есть 3-4 десятка ракет или летательных аппаратов разного уровня они могут организовывать вот в течение недели, потому можно отсчитывать, если надо, ну не ранее, по крайней мере. Хотя малые атаки не вообще могут организовать каждый день. То есть, по большому счету, там несколько ракет каждый день отправить для них это труда не составит. И, в принципе, у них информация постоянно для нескольких ракет постоянно есть в таком в онлайн-режиме. Ви про їхні сушки чи про Ту-22 і Ту-95? На кожен день вони можуть це зі стратегічних побудувальників? На сушки. Ні, це я про сушки. Угу. Це я про сушки, про Х-59, про Х-31. Угу. От про ці ракети, які ну, теж авіаційного базування. Тобто, і вони теж крилаті. Пане Романе, а от такі, допустим, середні атаки, це десь раз в неділю з сушками, з Ту-23, Ту-95. Пане Романе, і наостанок до ситуації на лінії фронту. Шириться інформація про те, що росіяни готують масштабну атаку на Авдіївку, що все-таки вони хочуть захопити цей населений пункт. Йдеться про 40-тисячне угруповання, яке вони хочуть Авдіївку тепер от завоювати. І чи правильно я розумію, ми тримали Авдіївку, оскільки стояли на панівних висотах і могли з артилерії в тому числі перемелювати цю російську армію вторгнення. Але тепер от з тим браком боєприпасів з браком снарядів через те, що нам немає військової допомоги на тепер нових пакетів від Сполучених Штатів Америки. Чи доцільно, на вашу думку, далі втримувати Авдіївку, або ж на тепер от, з цим розумінням, що там 40 тисяч, а в нас немає боєприпасів, що може краще було би зараз звідти відійти? От якщо можна, ваших розмірковань щодо Авдіївки. А не только по Авдеевке, по всему Восточному фронту. Россияне сейчас в течение ближайших двух недель организовывают такую серьезную атаку на информационное пространство Украины, на воздействие, будут пытаться на психику украинцев воздействовать в режиме все пропащества, так называемого. Помните начало октября, когда даже некоторые наши говорящие головы начали кричать «все пропало, бежим от Авдеевки» и побежали куда-то в Америку. Забегли кудись эти все пропальщики. Вот да, такой же самый режим сейчас запускается Россия. То есть ИПСО, такая серьезная ИПСО давление будет и, естественно, действие на фронте. То есть ИПСО, которое подтверждено некоторым фактажом. Значит, то количество войск, которые у россиян сейчас есть, оно не увеличилось, оно столько и было. Единственное, что они сейчас ждут, просто ждут морозов для того, чтобы можно было двигаться с помощью техники. В ближайшие две недели будет принято решение, есть эта уже информация, она уже пошла, и о передаче 300 миллиардов российских нам замороженных, там механизм уже комиссия Госдепа уже выработала, одна из комиссий.
как это дело сейчас проведут через решение двух палат, и мы можем получить это 300 миллиардов. И вопрос решен по передаче нам 60 миллиардов. Вот эти положительные моменты россиянам для нас, и отрицательные для российского общества, естественно. Россиянам надо чем-то нивелировать. Вот они сейчас будут запускать такие все пропальческие темы, связанные с тем, что вот 40 тысяч стоит на Авдеевку и уже завтра пойдет, и давайте бежать, ну и так далее, и тому подобное. Никто никуда не побежит. Есть определенный, да, недостаток снарядов, есть определенная минимизация использования снарядов, то есть норма, нормирование. Но почему нормирование? Потому что пока не будет решения о передаче нам достаточного количества вооружений и финансов для ведения боевых действий, у нас Генштаб принял решение оставшееся количество боеприпасов нормировать, выполняя определенное количество средств. Но это нормирование, оно, во-первых, его можно двигать в зависимости от ситуации. Второе, но выдержанное, исходя из тех опасностей, которые на данный момент есть на каком-то направлении. То есть война, математика, все просчитывается. Потому Авдеевку никто не оставит. Россияне там по некоторым позициям пытались пробраться куда-то через трубы, там где-то побегать по царской охоте вместо павлинов. Царская охота — это комплекс, на котором действительно были павлины. Мы там часто отдыхали, потому знаю прекрасно, что это такое. Там целый зоопарк. Так вот, в режиме павлинов побегали по царской охоте, получили заряд серьезный артиллерийский, и там уже некому бегать. Павлины остались, бегать некому. Поэтому мы восстановили обратно контроль над этими позициями, по крайней мере, на данный момент. И удерживать будем Авдеевку. Больших проблем на Авдеевке не будет. Даже в мороз, даже если этот мороз все-таки будет и промерзнет почва, они начнут двигаться техникой. Техника сейчас, особенно на контрасте, она очень хорошо видна в тепловизоры, и она будет уничтожена. Есть чем уничтожать. Тем более, как только будет готовность россиян двигаться, туда выдвинутся наши резервы. Ну, однозначно первую задачу армии обороняющейся уничтожать армию наступающую мы будем выполнять. Потому Авдіївка стояла, стоїть і стоять буде. Пане Романе, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за відповіді, пояснення. Дякую усім глядачам, хто був з нами на стрімі. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Нагадую про підписку на канал у разі, якщо ви на нас не підписані. Ну і принагідно нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ. Побачимось.